Здравствуйте, друзья! 21 июля 2022 года. Очередной фильм. Не поверите, 3000 какой-то. Пошла 4000. Польза от них должна быть. Мы тут списывали с чеком, у которого было. Это крайне единственная практика случай. 700 зашло. Нет, 700 посажено косточек вот таких вот. Пятеро зашло, и те умерли. Но он их разбивал или раскрывал, и они внутри оказались полусгнившие. Вот. Тогда мы сделали этот случай достоянием широкой общественности. Я снял фильм, на вебинаре показал. Вебинар попал, кроме Ютуба, еще в Яндекс, в общем. В конце концов, мы решили с человеком, нашли компромисс. Вот. Вышли мы бесплатные, вышли немножко за полцены. Вот. И мы сошлись по мнению, что его случай послужит даже пользу, потому что в сумме это увидят немного человек. Конечно, не миллионы, но 1000 увидят. Итак, значит, напоминаю, отбраковка косточек именно абрикоса. Это используется способ утопления. Утонули, значит, целые, всплыли, значит, негодные. Вот. И я сейчас привез в деревню вот этот вот самый ключик, в том числе. И не мной, а моими помощниками, двое детей, их мама, они их выковырили, помыли, всплывшие выбросили. Ну, всплывших было 3-5% примерно. Так, это обычно средние цифры в моем саду. Теперь мне нужно, я обещал, именно обещал, громко, для всех, я сделаю специальный фильм, где я буду сам раскалывать. Если попадется хоть одна сухая, значит, ну, варианта два. Или это была плохая отбраковка моей племянницей, а значит мной, или остается развести руками. Итак, начинаем раскалывать. Видите, как это было? Развязать уже не могу. Отрезаю. Вот. Вот это вот название. Жердель. Это Украина. Они были мной привиты на маньчжурские абрикосы. Урожаи рекордные. Вот до средней полосы России. Заодно уже скажу, это как сказать, как знак качества. До средней полосы России именно жердель является наиболее устойчивой к выпреванию. Наиболее устойчивой к выпреванию. Это значит, что в местах близкие грунтовые воды, в местах, где дожди чуть ли не чаще, чем солнце. Вот. А в основном это регион Прибалтийский, 5, 6, 7 прилегающих областей, плюс Эстония, и тут Латвия. Мои друзья-клиенты есть в Эстонии, есть в Финляндии и так далее. Вот. Поэтому сейчас мы с вами проведем это. Смотрите. Да, отбраковка была проведена, значит, что сейчас я делаю? Правильно. Если мне доказывают, что все они годны. Что сухой мне встретил тут или гнилой, не встретил ни одной. Собирались они всего лишь вчера. Итак, ой, нож упал. Что это значит, а? Ладно, поехали. Делать будем так. Ну, метод тыка. Выбираю первую попавшуюся. Ничем не помеченная, естественно. Да, не в моих это правилах. Я все-таки Бога верю. Вот так вот делаем, а то разлетается. Ага, еще и расколоть-то их, оказывается, проблема. Еще проблема. Так, все, не могу.
А руки уже не те, здоровье уже не то. Еще попробую. Есть. Внимание. Раскололи на ваших глазах. Итак, оно совершенно не похоже на фотографию. Видите, я их сразу в рот кладу. Как я попутал вам еще, рекламирую как антиопухолевое средство. Ой, Господи. Ну, я надеюсь, вы видите, я надеюсь, вы верите, что она живая. Потом, как это говорит, есть такое выражение. А куда шубу понес, потом даем. Потому что эти косточки потом даем. Следующее. Так. Я знаю, что эксперимент удался. Вот у меня когда штук. Мы можем их все расколоть. Одну среди них. Одна из сотни окажется сухой. Ну, на карте моя репутация. Занимаюсь этим давно. Опыт я жую, ем. Опыт я проводил раньше. Любого края, смотрите. Опыт я проводил раньше. Вы сами посмотрите. Не могу я заранее сказать. Не стану уже всплывшую вам показывать и говорить, что она хорошая. Но больше пяти я не ем. Когда-то запугали. Ни херсинин, ни кокоза. Вот, но я убедился, что именно эти косточки жуздали с Украины. Ну что, дальше продолжать? Ну, вы обзавидуетесь, я сейчас лечусь от онкологии. То есть, я надеюсь, у меня никогда не будет онкологии. До бесконечности. Все они живые. Самое интересное, когда косточка пустая, даже это чувствуется. И как про онкологию. Памяти нет. Когда-то я несколько месяцев жевал. Мне нужно было доказать себе, людям, о том, что я, кажется, витамин B17, кажется, какой-то и все забыл. Но мне надо было проверить. Отравлюсь я или нет косточками. Начинал с одной косточки, на второй день две, потом 3, 4, 5 и 6. 5-6 это был максимум мой. И к сожалению месяца я почувствовал, что я подсел. То есть я их ем с удовольствием, с абсолютным удовольствием. Кстати, вы меня хоть видели сейчас или нет? Посмотрите. Вот они, мои честные глаза. Видели? Не обманул? Все это. Ну ходите. Ну ладно. Вот представляете, все сразу, она сухая. И все. И железо позорит. Вот. Утонули все. Сухих не может быть. Итак, все эти жердели. А уже несколько человек писало фотографию. А у меня хотя жердель привита на мажорис. Я веточки с Украины привез. Тем не менее, они довольно мелкие. Но зато выиграли попутная реклама. Спор, какие... Нет, конечно, королевский слаще. Но целая толпа гостей заявила, что жердели вкуснее королевского. И та легкая горчинка или там кислотность, она их устраивает больше, чем слащавые королевские абрикосы. Ну, сейчас я вам короче покажу. Только сейчас позже. Третий день идут забирать у меня вот это, видно, не видно, вот, измельчали, стыдно показывать, этот год такой особый, что из-за дикой страшной засухи абрикосы крупноплодные стали среднеплодные превратились в мелкоплодные, потеряв в объеме, весе 1,5-2 раза. Зато я тоже люблю поговорить. Представляете, друзья, вот так сяду, вот так вот
и задумаюсь, вот почему в этом году такое страшное изобилие. То же самое сообщили с нескольких сибирских городов, миллионников, у кого мои плодоносят. Вот потому что города сами себя обогревают, там какой-нибудь сектор, многие даже, которые буквально в тайге сады развели, очень большой урожай абрикосов. Кругом творится невообразимое. Кругом там несколько миллионов беженцев Китая, затопленные города. Вот. Южная Европа стонет от дикой, незабываемой, от страшной жары 40-45 градусов. Люди умирают, идя по улице, просто падают и умирают. Вот. Везде страшные катаклизмы. Я всегда пытаюсь найти границы, пытаюсь понять. В этом году меня не укусил ни один комар. Ну, вначале пару комаров, теперь их вообще нет. Засуха. Месяцами нет дождей, комарам, видимо, негде было развестись. И сейчас это шутка ли, в Сибири. В садах нет комаров. Вообще нет. Никогда такого не было. Вот. Но это ладно, то есть с какой-то беды. А эта беда почему-то засуха не коснулась плодов этих, именно абрикосов. Не коснулась и все. Но то, что их такое огромное количество и мелких, то есть весь урожай пошел в количество семян. А это значит, жди беды. Я когда это рассказываю, пытаюсь там с окружающими поговорить. Не каркай, не это, беду накличешь. Да, Господи, нам надо готовиться к беде. Мы не знаем, что будет. Сказали, что гибнет урожай в Западной Европе, гибнет урожай сельхозкультур. Они богаче нас, они не пропадут. А у нас случилась беда, это голод. Вот. Надо готовиться ко всему. Ну, домик деревни – это главное. Сколько раз говорил. Раздали бы людям землю, по-настоящему раздали. Везде, где человек хочет взять. Все равно зарастает лесом. Миллионы гектаров бывших пастбищ, бывших покосов, бывших сельхозугодий. Вот, зарастает страшно березами, соснами. Вот. И каждый мой такой начал-то я вот с чего, с качества семян. Остановиться не могу. Беда может привести к тому, что будет иммиграция с городов в деревню. Не, да, нет, наоборот, да, нагнетаю, да, хочу, чтобы люди подумали. Да, хочу, чтобы в деревнях не было ни одной брошенной избы. Чтобы кругом появились современные дома, но на земле. И чтобы дети играли на сельских улицах, а не на городских, попадая под эти колеса пьяных шоферов. Ну вот, на этом я закончу. Ну а так, как Штирлиц говорил, запоминается последнее. Еще раз, вы не найдете здесь ни одного пустого семени, ни одной пустой косточки. Их даже, их все, я бы даже вот тут, допустим, их 500, ну, к примеру, то я мог бы поставить голову на плаху, что все 500 полноценные, с ядрами, живыми. Вот. Дальше, по-моему, колоть нет смысла. Когда я написал об этом, там где-то отвечая на комментарии, тот человек-комментатор написал, да не колите уж, ладно, верим, то лучше мне вышить их. Вот они, красавцы. Покупайте, за ними стоит огромный урожай. Жердели хорошо в одном месте, вот. Дальневосточные в другом месте. Европейские, среднероссийско-европейские в третьем месте. Под каждый климат подбираем. А самый лучший способ – метод тыка. Они все гибридные, не зря у них потом оказываются в два раза плоды крупнее, слаще. Вот, красивее, чем вот эти вот, чем их родители. Вот родитель. И тогда получается, они гибридные. И качество имеет уже с нескольких регионов, потому что еще и вегетативный папа, то есть на котором сидит мама,
прививка. Тоже гибридная. И так далее, и так далее. А еще память предков. Моя любимая тема. Но это тема для другого разговора. Вот. Это все абсолютно живое. Я каждый год высылаю вот такие. Но тут главное еще и не опаздывать. Чуть-чуть не засортировал. Спит до следующего года. За это время и мыши съесть могут. Лучше с первой попытки, чтобы у вас получилось. Я свое обещание сдержал. До следующих встреч, господа, с вами разговаривал, господа садоводы, господа, с вами разговаривал Желез Валерий Константинович, вот, русский украинец, который сонил себе кровь наших предков и с юга, и с севера, вот, и, надеюсь, основатель нового садоводства. Это еще не только вот то, о чем мы говорили, а еще сотни таких примеров. Вот, когда будете закапывать косточку, закопаете глубоко, вот на такой глубине всего лишь. Еще несколько лет дерево умрет. Никто никогда до меня не написал, караул, нельзя глубоко закапывать, основание штамба оказывается под землей. Но сейчас со мной продолжает сотрудничать сам Кундасев Владислав, один из лучших ведущих на сельхозтемы в России. И мы будем делать с ним через неделю целый цикл передач, как надо все-таки вырастить деревья, избежав все те глупости, которые направлены на то, чтобы выдавить с вас деньги. Давайте мы вас научим изувечить дерево, а вы у нас купите все. Яды, удобрения, инструменты. Вот. Начиная с лопаты, чтобы перекапывать почву в саду. Даже это не забудут. Нет, друзья мои, почва в саду – это святое. Но это уже будет тема другого разговора. До свидания, друзья. Желаю вам... Ага, получается, я тоже рекламирую. А простите, вот, как-то пенсии не хватает, чтобы заниматься и наукой, и практикой. Так что давайте будем жить дружно. Помашу вам вот так вот. До свидания.